Добрый день! Сегодня готовлю сочную куриную грудку с кунжутом и овощами в духовке. Филе куриной грудки хорошо промыла и нарезаю наискосок, такими большими кусочками. Мясо солю по вкусу. У меня вкусная соль, здесь уже и паприка есть, и куркума, и укропчик, так что уже как бы все специи собраны. И черный перчик добавляю. Мясо отбиваю и складываю в стопочку. Из фольги делаю такие противни, укладываю их на большой противень и выкладываю сюда мясо. Каждый кусочек мяса смазываю сметаной. Сметану можно брать любой жирности, можно брать и 15%, и 25%. Это на ваше усмотрение и по вашему вкусу. Сверху посыпаю кунжутом, так щедро посыпаем кунжутом. Укладываем помидоры, нарезанные дольками. Сверху засыпаем тертым сыром, у меня моцарелла, и ставим в духовку запекаться на 15-20 минут при температуре 200 градусов. Мясо у меня запекалось 15 минут при температуре 200 градусов. Я его достала, оно еще такое с пылу с жару, прям шипит. Очень ароматное, вкусное получилось мясо. Рекомендую приготовить. Приготовьте, попробуйте. А я желаю всем приятного аппетита. Будьте все здоровы. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте. До новых встреч, до скорых видео.